готовили какие-то сюрпризы. Мы не исключение. У нас новое усиление состава. Это мальчуганы. Вот, кстати, Илья. Кстати, Илья работает в Житомире и живет в Житомире. А работает он и практически живет в боулинг-клубе. Представьте, Илья в боулинг-клубе. Ваши кроссовки, ваш талончик, пожалуйста. Ваши туфли, ваш талончик, пожалуйста. Секундочку. Ваши кроссовки, ваш талончик, пожалуйста. А вот и Женя. Кстати, возможно, кто-то помнит Женю с прошлой игры. Знаете, у Евгении проблема. Она воспринимает все очень буквально. Вот Евгения была на концерте Валерия Меладзе. С тобой все понятно? Пацаны, у вас есть шанс. Мы уже не первый год в лиге, мы знаем, что если мы сегодня себя проявим, есть, знаете ли, одно место, где девчонки просто прутся от успешных КВНчиков. Кстати, на моем примере я сегодня покажу, как познакомиться с черниговчаночкой. Ведь девушкам после шести жирного нельзя. От кого ты у нас дерзостью повеяло? Покажите, на что вы способны! Здорово! Друзья, этот номер такой же неожиданный, как этот пацан в шапке с бородой. Чуть-чуть верующий мальчик. Биатлонистка спалилась на допинге. Боже, какой же ты старт. Друзья, реклама на телевидении порой бывает очень жесткой и неожиданной. Кто это сделал? Кто-то сделал, я спрашиваю? Это вы сделали, вы сделали. А кто мы? Ламинат от завода номер 3. Качество, которое нельзя не заметить. Идем дальше, у нас первая в мире собака, которая догнала Мазерати. Ваши документы. Догнал собака, ты моя любимая. Хлопец впервые увидел грудь. Ведь что ты зыришь, доить будешь? Друзья, к сожалению, сегодня не смогла принять участие в игре наша команда «Друг из Умани», диагноз Кашпировского. В их честь мы хотим показать номер, который мы считаем, что полностью отвечает стилю этой команды. Представьте, в бразильском поезде. Следующий Рио-де-Жанейро приготовьтесь. Чай, кофе, капуэро. Вам что? Мне просто чай. Хорошо. Друзья, вся суть свиданий в селе на сеновале. Вить, а расскажи что-нибудь о звездах. Женечка, вот то Альдебаран.
Альдебаран очень старое созвездие, потому что там практически горцы жили. Они всю свою жизнь посвящали своим дамам. И каждый зажигал звезду на созвездии Альдебаран. А вот тот W — это Кассиопея. Любимый ради Кассиопеи целых 5 звезд зажег. И она знала, что он, когда будет возвращаться с крестового похода, она его дождется, потому что он найдет путь, и он будет любить ее вечно. После первого секса... Витя, расскажи что-нибудь еще о звездах. Галя, там знает, есть ковш, пошукай. Друзья, знаете, Украина единожды победила на Евровидении в лице Русланы. К сожалению, больше побед не было. И знаете, те участники, которые побеждали потом, они были по сравнению с ней не ахти. Ведь мало кто знает, что Руслана Лыжичко готовилась к победе с самого детства. Представьте, маленькая Руслана и ее семья. Руся, что трапилось? Я не могу запомнить слова твоей песни ніяк. Ти ж першокласниця відмінниця, ми тобі всі допоможемо. Я, твоя мама, всі твої рідні, да? Диви, диви, ти живеш картинки. Люблю, я ж Руслана. Ми будемо показувати тобі картинки, а ти будеш співати, що бачиш. Хорошо. Це хто такий? Гопнік. А скорочено? Гоп. Так. Це хто? Ну, це мультик Скубі-Ду. Поряд зі Скубі-Ду хто? Шегі. Да. А це хто? Це Боб Марлі. А що грає, співає? Регі. Правильно. Далі, це хто? Це наш сусід, дядь Вова. Я извиняюсь, черік до завтра одолжите? Що хоче? Грошей. Як скорочено просить? Дай. Угу. Порошок візьмеш? Тільки старий порошок Дана. Правильно, Дана. Ну а там же легко, дивиться, хто? Елтон Джон. І? Борис Моїсеєв. Правильно. Ну що, готова? Да. І? Гоп. Шегі, регі, дай, шегі, регі, дана. Гоп, шегі, регі, дай, шегі, регі, дана. Гоп, шегі, регі, дай, шегі, регі, дана. Гоп, шегі, регі, дай, шегі, регі, гей, гей! Боже! Та ми всі дикі, друзі, дикі раді вас, спасибо вам. Ми всі поздравляємо з днем рождения КВР. Поздравляю, да. И желаем вам счастья, улыбок. Мы хотим, чтобы зрители были благодарны, а команды всегда... Слышь, Малая, ты это... Стерва Диснеевская! В смысле? Стерва! Мы желаем вам взаимопонимания и уважения. Это важно. Дай 5 же, Домер, спасибо. Дай 5, если ты все еще лишь честь.